Посмотри сюда, детка моя, мое солнышко. Да, ребенок видит небольшие тени. То есть, по крайней мере, она спокойно запрыгивает на диван, она спрыгивает с дивана. Вот, очень-очень ласковая, топает за тобой следом, все время просится, чтобы ее погладили. Вот такие дела, ребята. Все. Да, моя хорошая девочка. Чапочка, Чапа-Чапа, мое солнышко. Да ты красавица такая, такая красавица. Очень хороший ребенок, по-настоящему хороший, добрый, ласковый. И вот такая слепышка. Девочке приблизительно где-то лет 7. Чапик, иди сюда. Иди ко мне, солнышко мое. Иди. Иди, моя маленькая. Иди. Ну, поднимешься ко мне. Как ты обычно делаешь? Прыг лапками, ну. Чапик, иди к маме. Иди к маме. Хвостик ходуном ходит, да? Замечательный, потрясающий ребенок у нас. Да, вот она моя красавица. Вот такая девочка приходит все время, приходит ласкаться, просится на ручки. Это она уже спать зовет, да? Потому что, скажи, она привыкла ложиться в ногах, ее надо кончиком одеяла укрыть, и она будет спать всю ночь. Сопелка такая, да? Такой маленький-маленький кабачок замечательный. Ребят, не представляю, как можно было выбросить вот такую девочку. В ней столько нежности. Все. Она единственно пугается, когда подходит со стороны слепого глаза. А все остальное, ребята, она просто замечательный, удивительный ребенок. Что, мое солнышко? Как можно не взять вот такую красивую девочку? Ну как? Да, которая все время просится на ручки. Чапик хочет на ручки. На ручки Чапочка хочет. Ну почему никто никак не выберет нашего ребенка, а? Она слепая всего лишь на один глазик, но она замечательная. Иди сюда, солнышко мое, иди. Чапик, Чапик. Мамина девочка. Чапик спит на кровати, в ногах ложится, спокойно всю ночь. А утром бегом в туалет на улицу бежит. Умничка девочка, красавичка, да? Маленькое мое солнышко, замечательная старушка. Будет потрясающим другом для кого-то. Берите ребенка, ребята. Пожалуйста, подарите ребенку старость. Счастливую, заботливую. Докажите ей, что есть и хорошие, добрые люди, а не только те, что бросают. Да, солнышко? Что, Чапа, пришла проведать, кто у нас новенький появился, а? Девочка моя. Ты гуляешь, мое солнышко, красавица моя, деточка. Мое солнышко красивое. Чапочка. Чапи. Моя такая красотуля, Чапи. Ха. Такая смешная девочка хорошая. Да, гуляет хорошо по двору. Все, целый день. Да? Что такое? Топотушка. Маленькая топотушка. Да. Красавица девочка. Пришла проведать Барни. Да, солнышко? Мамина деточка. А Шапа гуляет с Чапой, да? Вы по двору топаете, да, и мешаете мне, ребята. А? Кто мешает маме? Кто мешает маме, а, солнышки мои? Красивые мои дети. Мамины, хорошие. Да? И такой топотушка. Ты топотушка мой. Шарлот, Чапочка. Да. Нормальные, хорошие детки у меня. Хорошие. Красивые мамины. Что, моя красавица, а? Чапа. Моя Чапочка, девочка, моя красота. Мое солнышко, да. Ну, ребенок, когда же мы тебе дом найдем, а, солнышко мое? Хороший мой ребенок, да. Чапи. Чапик такой, Чапик. Ты красавица моя. Маленькая, хорошая девочка, да? Ёлка такая. Мое солнышко. Ребенка выкинули, потому что ослепла на один глаз. Ничего. Очень ласковая, хорошая девочка. Ну, как все охотники, не любит кошек. Поэтому дом ищем очень осторожно. Друзья, Чапа ищет дом. Чудесный ребенок, ласковый, хороший. Но семья нужна, где она будет единственной и любимой. Помогите, пожалуйста, найти ребенку дом. Пожалуйста. Доброго здоровья всем. Чапа! Чапик, иди сюда.